Вау, 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 спейс, чтобы прыгать. Вау, какие крутиряки мы делаем. Это опасно? Ну, можно было, в принципе, и не проверять, ладно. 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 В общем, всем здоровья! Вы на канале SoftPlay, и это прохождение игры Ori. Ori and the Blind Forest. Вот, вот такая вот игрушечка такая вот. В общем, я... Да, прикиньте, 2D игра. Офигеть. Первый раз вы видите от меня 2D игру, да? А я... Мне нравятся все игры, всех наружностей. Старые, новые, 2D, 3D и всякие 8-битные, всякие разные. Пример даже проводить не надо. Вы и так наверняка знаете такие вот примеры. Вот Ori одна из пример, так сказать. Я давно хотел поиграть в эту игру. В особенности вторую часть, она у меня есть. Но я хотел пойти так же, как с Ведьмаком. По хронологическому порядку. То есть сначала первую часть, потом вторую часть. Так же, как с Ведьмаком. Вообще-то я собираюсь выпускать ролики, ну я бы хотел выпускать по 2 ролика в день, но пока что мне так, к сожалению, не получается. В общем, это первая часть Ori, это прикольная игрушка, она мне очень нравится своим стилем, антуражем и так далее. Погнали. Пока что я собираюсь проходить Ведьмака и Ori, но еще одну игру я собираюсь проходить. А какую? Это игра, ну, намекну немножко, так, намекну чуть-чуть. Это игра, которая должна, она новая, она выйдет 24 июня. Какая игра 24 июня выйдет, посмотрите, и вы поймете, о чем я говорю. Да, мне будет неловко, конечно, эту игру записывать, но я бы хотел ее записать. Тем более, я уже купил ее, хоть она выйдет 24 июня. В общем, игра Ori. Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Во. Мой English very good. Да, я согласен с этим. Начать игру. Начать игру, в общем. Да, какую ячейку мы выберем? Да. Ох, еще здесь много. Сколько их там? 10 штук. Игра рассчитывает, что я буду 10 раз ее перепроходить. Наивно, какая игра. Конечно. Погнали, пустая ячейка. Какой уровень сложности? Одна жизнь. У вас есть лишь одна попытка спасти Небель. Да на жизнь. Сложно. Ладно. Легко. Нет, ладно. Нормально выберем. Нормально. Для игроков, предпочитающих умеренные трудности. Нормально. Погнали. Сейчас будет кастена, насколько я знаю, да. Походу. Мы навсегда запомним ночь. Ночь величайшая из бурь. Ночь, когда исчезла Ори, по-моему, да? И что там он сказал? Какой-то листик полетел. Или перо. Ну, листик, да. Какая классная музыка. Ладно. Не молчу. Ой, чё это чё, из, чувак из аниме «Унесённые призраками», что ли? Похож чем-то, немножко. Ну, только лицом разве что. Да, я смотрел аниме «Унесённые призраками». И вы не можете меня за это осуждать. Наоборот, даже, скорее всего, потому что классное. Классное аниме. Я называю это аниме, потому что иначе анимешники меня прибьют, если я буду называть это мультфильмом. Ладно. Мы играем за этого чувака. Он прыгать даже умеет. Даже Ведьмак не умеет прыгать, а с его габаритами он умеет прыгать. Офигеть. Не встать. Вот это, да, конечно, круто. Так прикольно ходит такой. Somebody for body. Да. Такую музычка подошла бы это, к этому чуваку. Мы за ним играем. А это игра про этого чувака, что ли, или что? Я думал, это игра про какого-то маленького белого существа.
Я не имею в виду, что у него белый цвет кожи. Я не в этом смысле. Я в смысле, что он реально полностью белоснежный. Пушинка. Лепесточек какой-то. Фига себе! Он родился из листочка. И вместе с Нару ушел мой свет. А, это Нару. Это Нару? То есть, вот это маленький чувачок, это Ори, а это... О, какая милота. А этот Нару его зовут. О, какая милота. Словно брошенное дитя. Нет. Словно брошенное дитя. О, и я могу нехило так озвучивать. Так это на самом деле-то. Ладно. О, Нару! Привет! Здорово! О! Ух ты, фига себе, ты меня подпрыгиваешь. Ты меня под... Спасибо тебе, подсажу. Ой. Спасибо, друг. Нормально. У каждого дерева по одному плоду. Классно. Классно они живут, да, конечно. Ну или недавно у них так получилось. Ух, фига себе. Да, это я на самом деле так-то еле-еле допрыгнул Нару. На это... До этого... До этой платформы. Ич. Блин, somebody for... О. Чё? О, сколько... Вот это я понимаю уже, сколько плоды в деревьях. О, мультик. Не знаю, мне подобные игры, вообще мультфильмы, не знаю, они мне нравятся. Они такие довольно душевные, что ли, даже не знаю. Нормально. Что еще надо для жизни? Конечно. Туалета разве что не хватает только. Опа, я пошел за этим, за этого Оли. Ну-ка, что это? Мы пошли куда? В ту судьбоносную ночь. Судьбоносную ночь. Да. Иди, мне так забавно ходит. Когда сами небеса пылали. Ага. Идти. А чё, ты мог бы с фруктами не идти? А, ну ты же, наверное, отнесёшь домик. Но Ори не слышал мой зов. А мне кажется, никто тебя вообще не слышит так-то. Ты же рассказчик вроде как. Ну я так думал, по крайней мере, что ты рассказчик. Фига себе, что это такое? Эй, что произошло? А что такое грустный, Нару? Эй! Лес умирает. Или осень наступает. Ну, в принципе, такой же грустный, как и Нару, когда осень наступает. В принципе, так-то. Неужели надежды не осталось? Ну да, в принципе, я согласен с Нару, когда осень, особенно если ты школьник, это очень, очень грустно. Учитывая, на какая школа сейчас. О, один плодик остался. Ну ладно, не будем в школе. А, не стал есть. Оу. Да, походу, даже тут не осень, а лес действительно погибает. Не ахти. Печальное зрелище, да, согласен. Это текло беспощадное время. Это земля 2100 года, наверное, 2030-50, не знаю. Последние плодики. Блин, поаккуратнее, Нару. Жизнь остановилась тленом. Нару, поаккуратнее, ты это все покалечишь. Последний плодик. И он сейчас отдаст нам, да? То есть, Ори. Ну да. Когда лес не мог видеть. Ну, типа, не, мне нормально, я не хочу. Нет, спасибо. Ну мы же так не оставим все, конечно. Нужно что-то предпринять. Мы наверняка будем героями, которые все весь лес спасет. Мы ж так не оставим. Не, конечно.
Опа, вот за плодиками пошли. Опа. Ну, конечно, там это хватит от силы на 2-3 дня. Ну, ладно. Но надежда показалась вновь. Ну, это нам, скорее всего, на 2-3 дня хватит. Ну, может, на 4 максимум, на 5. Но не больше. Здесь мы жрали, воспоминания. Здесь мы, он нас подбрасывал. Прикольно. Здесь мы строили мост. Мост. Что с моим голосом не так, я не знаю. Он нас здесь обнимал. Ой, ты кто? Эй, ты иди сюда. Может, ты виноват во всем этом, а? Ну-ка, ты кто? Вот здесь он снова подбрасывал и тряс дерево. Здесь мы опять так же жрали. Прикольно. И мы сейчас придем. А, подо... Нет! Я подозреваю, что сейчас будет. Нет, я уже сейчас будет то, что о чем я думаю, да? Мы придем, Нару. Ну да. Пресс F на Нару. В принципе, это было даже ожидаемо. Грустненько. Блин, ну все-таки, я, конечно, понимаю, здоровый организм надо кушать, но лучше бы ты бы съел бы, а то видишь, ты даже что-то, видимо, тебе не хватило. Грустненько. И что будешь делать? И снова сирота. Почему снова? А что, он раньше был тоже сирота? До того, как он стал листочком. Ну, был листочком. Без единой причины остаться. Ну, там еда была. Ну, там немножко еды было. И чё? А, мы за него играем? А, блин, мы должны за него ходить. Я думал, сейчас сцена просто идет. В поисках моего света. Эй, Ори, держись, ты же силен. Ты же еще должен дожить до второй части. Эй. Слабый и хрупкий. Да я нормальный, ты чё? Хотя, да, в принципе, согласен. Ласт на плеер играет в Ведьмака 3. Класс. Ори, соберись! Соберись, мы должны спасти лес! Это наша главная цель. Когда лишь тишина была ответом на мольбы. Это я понял. Что-то красненькое, какие-то... Осторожно же. И казалось, надежда угасла совсем. Да чё ты такой-то не... Осторожно же. Ну убирайся, Ори. Ну давай. Опа. Молодец. Давай, вставай. Вставай. Wake up, давай. Ори, wake up. Когда мой малыш совсем слаб... О, это его отец, что ли, или что? Или типа это от лица дерева, которое погибло? Я не знаю, я не шибко понимаю здесь. Ори, ну вставай! Wake up, я же сказал, wake up! Ты по-английски не понимаешь, что ли? Давай! Come on! Да. SF, Ори. SF. И спустил последний вздох. И сейчас пойдут титры, и будет сказано, вы прошли игру. Поздравляю. Нет, все-таки игра красивая.
И музыка тоже. Мы оживили дерево? Своим телом? Своими спорами? Мой свет оживил, Ори, и зажглась заря новой эры, да? Я просто не успел, не доуспел дочитать. О, мы встали! Игра сохранена. А вот здесь пошла игра! Наконец-то! Я уже эту серию записываю уже 20 минут. А то и больше, скорее всего. Ну да. Это мы только начали играть. Как было с Ведьмаком? Правда, там было 7 минут. Ну, ладно. Ух, фига себе, мы стали еще шустрее, чем были. Вау! Фига себе, какие мы крутые. Вау, вау, вау. Спейс, чтобы прыгать. Вау, какие крутиряки мы делаем. Это опасно? Ну, можно было, в принципе, и не проверять. Ладно. Пошли тогда в другую сторону. А вот это, кстати, видимо, наши жизни, да? Угу. Понятно. Да. Мы должны, видимо, перепрыгнуть это дерево, да? А чё, курсор здесь обязателен? Ну, походу, дело обязательно. Ну, ладно. А чё мы? А зачем здесь мышка, если она здесь вообще не нужна? Нижние трясины. Если она здесь, по сути, вообще не нужна. Так-то. Чё это? О, вы нашли маленький сосуд с духовным светом. Духовный свет добавлен в ваш... говно какое-то. Найдите другие сосуды с духовным светом, чтобы быстро набрать очки умений. Ну, я набирать... Ну, я люблю набирать очки. Очки. Да. Главное, чтоб не почки. Эй, чё такое? Это тоже больно? Ладно, может... А! Теперь точно проверил. Ух, ё. А можно как-то полечиться? Надо подлечиться, надо подлечиться. О, можно. Во, мне вот ваши... вы нашли осколок жизни. Соберите их, чтобы восстановить жизненную силу. О, отлично. То, что мне как раз таки и нужно. А эти можно как-то собрать? Ну, как-то я не знаю. И здесь так же, как в Ведьмаке. То есть он... Если не навести на чего-нибудь, то он не будет взаимодействовать ни с чем. Ну, походу, дело так и есть. О, что это? Вы нашли ячейку энергии. Максимальный запас энергии возрос. Ну, от нуля до одного, да, класс. Помните, что при помощи энергии можно создать духовную связь и сохранить игру. А-а-а. Есть, чтобы сохранить игру. О, я сохранился? Блин, прикольно. А чё прикольно? А! Чё это? Эй! Чувак, осторожней, я как бы... Я хрупкий, не трогай меня. Слышь, отстань. Жук, блин, навозник. Чё с ним тоже делать? Я, может, как-то могу бить? Не знаю, прыгать. Я только прыгать могу. Может, я все-таки бить как-то могу? Эй, чувак! Ну, отстань от меня. Я все-таки хрупкий, маленький и нежный. Пожалуйста, не приставай ко мне. Ну, что мне с ним делать-то? Ну, и что тебе с этого, что ты меня грохнул? Я же даже безобидный вроде как. Ну, отстань от меня! Ни хрена. Вы нашли духовный свет, заполнив какое-то говно, вы получили очко умений. Но я люблю получать очко, как бы. Фига себе. Я не ожидал такого, если честно. В самой чаще леса Ори нашел утерянное. О, какое-то светящееся говно утерянное. Здесь, видимо, все, здесь в этом мире светящееся говно утеряно. Класс. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы взять крошечный свет. А можем мне его не брать? Вдруг оно опасно или навредит нам как-нибудь. Ну давай возьмем. Свет, приди! Это дистаракт, что ли? В этом светлячке заключена душа ребенка, походу, дела, судя по голосу. А, как мне только его озвучивать? Озвучка ребенка от Softplay. Учитесь. Моя сила возвращается. Я сын. Свет. Ох, ладно. Я сын. Свет и глаза дерева духов. Когда оно ослабило объятия,
Я потерялся в лощине. Возьми меня с собой, и я буду указывать тебе путь. А другого выхода у меня нет. Замри, ты слышишь? Они должны быть следовали за тобой. Кто они? Назгулы? А! Походу, тело это действительно назгулы. А! Какие-то обезьяны! Фига я крутой. О, ух ты! Сколько раз нажмите, чтобы... А! Да, действительно, кто атакую. Я тупо по инерции нажимал на клавишу мыши. Круто, я могу атаковать все-таки в этой игре. Я только прыгать не могу. Я не только прыгать, оказывается, могу, но и атаковать. Круто. Что, мне нравится? Да как они так меня атакуют? Слышите, получайте, говнюки. На! На! Будете связываться с Сори, получите энергию в зубак. Их свет вернется ко мне. Так однажды сказала дерево духов. Мы найдем его в расщине. Мы найдем его в роще из пещеры. Мы найдем... Да что ж такое? Мы найдем его в роще за пещерами. Впереди есть тропа. Тропа, говоришь? Действительно. Ты был, оказывается, прав, маленький светлячок. Новое задание. Найдите дерево духов. Ну, дерево духов я бы не проще найти, потому что мне бы не помешало бы надушиться так-то. Потому что... я думаю, дерево духов будет полезная довольно штука. О, эти штуки, оказывается, можно сбивать. Прикольно. Дерево духов действительно мне не помешало бы. Учитывая то, что в наше время духи довольно недешевая штука, действительно не помешало бы. Опа, залезли. Есть чтобы дерево мини. Ух ты. Ух ты ж, ё-моё, здесь такое же дерево мини, что ли, как в Ведьмаке. Походу дела... А, ну хотя в Ведьмаке гораздо больше она была, но... Примерно, кстати, довольно похоже, кстати, на прокачку в Ведьмаке, только... В 10 раз меньше. Так-то. Интересно здесь прокачка, кстати. Заклинание зажечь вновь позволяет повторно использовать духовные связи и сокращать время перед зарядкой. Духовное притяжение позволяет Оре автоматически собирать большинство ресурсов. Быстрое пламя позволяет трижды выстрелить пламенем до того, как потребуется перезарядка. Не знаю, что важнее так-то. А что дальше там идет? Разжечь пламя. Увеличить мощность духовного пламени. Метки карты позволяют видеть на карте большинство собираемых предметов. Перегруппировка. Создать источник духовной связи восстанавливает одну ячейку жизни. Ага. Ресурсы жизни восполняют в два раза больше ячеек жизни. Ага. Даже не знаю, что лучше взять. Ну давай эту штуку. Почему бы и нет? Ну, давай эту штуку возьмем. Как бы мне и так пока нормально вот так атаковать. Ух ты. Ты еще раз, наверное, атаку возьмем. Потихоньку будем прокачиваться. Плюс еще нам эти вот цветочки восполняют очко. Так то это довольно хорошо, кстати, так-то. Скоро наберем, кстати, на второе очко. Круто. Люблю очки набирать. Ой, видите, теперь я себе протягиваю все. Даже если это высоко от меня. О, отлично. Я могу не напрягаться. О, что это такое? Вау! Офигеть, круто, могу прыгать. Так, ой, блин, да я ж добил, нет? Ну ладно. Опа, что это такое? Колодцы духов. Это древнее сооружение, через которое можно было быстро путешествовать по Нибелю. Или Нибелю? Нибелю, не знаю. Кроме того, если вы устали, А он-то ко мне на вы обращается? Какой интеллигентный светлячок, однако. Кроме того, если вы устали, свет колодцев духов также восстанавливает вам силу. Прикольно. Так давай воспользуемся им. Игра сохранена. Рыги колодцев духов еще не открыты. Ага, понятно. Значит, только наверх. Опа, удержите спейс, чтобы прыгать еще выше. Опа, фига себе, какой прыгун, однако. Ай. Осторожно. О, сейчас давай. Мы реально скоро поднимем еще на очко. Прикольно. Я бы не прочь поднакопить на второе очко-то. Не знаю, понадобится мне второе очко, но. Думаю, ну, нашему герою лично, наверное, понравится. Ой, не понравится, а понадобится, я думаю. О! Вот отлично. О, мы, кажется, это еще волной атакуем. Прикольно. А что мне нравится? Так, камни передвигать с помощью shift, я видел, да? Угу. Опа, что это за говно?
Вы нашли каменный ключ. Каменные ключи отпирают врата духов. Помните, что каждым вратам духов потребуется свое количество каменных ключей. Угу. Понятно. Что ничего не понятно. Ну, я так-то все понял. Давай тогда... Как... Мы сохранимся. Так, очки, очки умений. Давай тогда атаку прокачаем. То есть будем теперь не вот так стрелять, типа... А вот так вот... Видимо, так мы будем теперь стрелять. Ну-ка. Да. Я был прав, да, действительно. Как я и говорил, собственно. Теперь будем атаковать еще лучше. Так, можно было, в принципе, тоже иску не поднимать. Ну, ладно, почему бы и нет. О. А, вот еще не ключ. Врата духов прикрывают нам вам... Че со мной не так в последнее время, а? Врата духов прикрывают нам путь. Их выстроили для защиты еще до эпохи распада. Каменные ключи должны быть неподалеку, на пути к древу духов. Мы должны миновать пещеры духов, что лежат за этими вратами. Воротами. Да что ж такое сегодня со мной, а? Так, ладно, сейчас возьмем еще второй каменный ключ, и мы откроем врата. Отлично. Ну-ка, давай, shift, чтобы быстрее бежать. Эй, чё, как тут, а чё ты воскресилась-то, говно? О, на что, сколько энергии? А сколько энергии восстанавливает силу ячеек энергии, Ори? Отлично. Тик, тик, зачем мне снова очки умений? У меня же не накопил еще одно очко. Зачем мне? Давай нажмем, о. Вау, красиво. Красиво, довольно. Прикольно, чё. А не знаю, мне нравится эта игра. Прикольно. Говно, уйди! На! Чай. Поганина. О, верхние трясины. Нора меж черных корней. Это мы отсюда пришли. Пещера духа. Нам сказали пойти в верхние трясины. Но я пойду в пещеру духа. Почему нет? Может, мы там дополнительные очки возьмем? Пока что, в принципе, даже прав. Вау. Да, ты чё, какие верхние трясины? Я тут много чего пропущу, если я пойду в верхние трясины. А, я не могу, кстати, открыть здесь дверь. Ну, потому что у меня ключи врат ключей нет у меня. Ай, больно! Это было больно. Давай, восполнять жизнь. А, я могу аж отсюда добить? Блин, прикольно. Чё-то в этом есть такое. Осколок, давай. Сохранимся. Отлично. Так, давай еще. Бей, 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 бей. Не, 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 не. Отлично. Так. Я могу отступить? Отлично, могу отступить аж. Прыгай! Отлично. Обезьяна! Уйди отсюда. Или не обезьяна? Я не знаю, ты похож на обезьяну. Немножко. О, опять это говно. Ну-ка, быстро иди сюда, ай! Сейчас, ты чё? Чё прячешься от меня? Ты виноват в этом во всём говне. Видимо, мне сюда всё-таки реально рано. Ну ладно, пошли обратно. Хотя здесь что-то интересное есть. Но я сюда не допрыгнул, потому что у меня... Я только могу прыгать и бить, а больше ничего не умею. Такой я немощный. Но я хотя бы бить умею, и то хорошо. Опа. Ори! Это каменная карта! Один из древних указателей Ори! Это каменная карта! Один из древних указателей, предназначенных составлять карту леса Небель! Не хватает одного кусочка. Найдем фрагмент каменной карты, сможем его починить. Ну, видимо, не сейчас, потому что я каменную вот останки я не могу поднять. Зато я могу поднять ключ, кстати, этот. О! Ячейка энергии. Но я не могу до него достать. Блин, жалко. Ну ладно. Да, у меня, видите, показывается, что у меня ноль. А тут я не могу достать, потому что я не могу скакать по стенам. Жалко. Да... Как они так воскрешаются? Вы чё, офигевшие, что ли? Ладно, они имеют право воскрешаться, а я нет. После своей смерти. Нет, я воскрешаюсь, но... Из точки, до которой я сохранялся. А не из точки, где я появился вообще, в принципе. Это нечестно. Ну ладно, возвращаемся обратно. Возьмем это говно, хоть оно мне не нужно. Ну ладно, хрен с ним.
Чисто обезьяна воскресится, да? Как они это делают? Я просто боюсь об этом спрашивать. Ладно, пошли тогда, куда нам и говорили пойти. Верхние трясины. Погнали. Сейчас тебе будет третье очко будет уже. Так-то. Дохни. Да, да, это третьего очка не так уж и долго осталось. Довольно быстро, кстати, прокачиваемся так-то, ребят. Опа. Нам надо пробить, да? И тогда нам дадут очко целое. Ну давай, давай. Ну, видимо, у нас нету сил, чтобы пробить это. Блин, ну, блин, вот. Не скоро, я чувствую, мы не скоро сюда еще вернемся, но так-то, на самом деле. Еее, третье очко накоплено. Поздравьте. Очко умений. О, а что это за говно? Вы нашли ячейку жизни. Теперь вы можете накопить больше стойкости. Найдите еще ячейку жизни, чтобы повысить свою живучесть. Прикольно, у меня теперь 4 жизни, не 3. Класс! Хе-хей! Погнали обратно. Подожди, я что-то не понял. Я... Ай, блин, больно. А! Боль, ты что? Не ударяй меня. Давай погнали вниз тогда. Есть, давай. Да, конечно, я должен был долбануться, а. На! А, блин. Сохраняйся. Отлично. О, еще на очко. Пока я тут и все ходил, вродил, я еще на очко накопил. Класс. О, были те, кто питали надежду. Ух ты ж. Я с правильным видео пошел. Опа. Когда она терзала и убивала. Опа. О, нам сюда что ли нужно прийти? Свет дерева духов живет во всех нас. Он дарует нам жизнь. Он питает наш рост. Когда он воззвал к тебе много лет спустя, враг последовал, истязал и убивал нас. Теперь остались только эти деревья. Теперь остались только эти древа предков. Пройди и почувствуй свет духа Фила внутри его. Ага. То есть, видимо, здесь были мои потомки, они погибали, и из них вот вырастал вот этот. Погнали. И чё? Я питаю силу из него! И чё? Ух ты! Вы освоили прыжок на стену. Вот как я должен был это освоить. Я думал, через умение, если честно, через очки. Но нет. Чтобы использовать это умение, используй стрелочки в направлении стены и без без прерыва жми Space, чтобы прыгать вверх. Прикольно! Ну-ка. Ха! Вот как это делать, оказывается. Отлично, ребят. Ну теперь-то мы с вами заживем, я думаю, да? Теперь мы с вами будем прыгать нормально, наконец-то. Мы с вами точно теперь не погибнем. Шанс на то, что мы выживем, повышается не во много раз. Ладно. И вот как мы должны были попасть в нижние трясины, оказывается. Понятно. Не. Опа, опа, опа. Чина, хопа. Так, что мы дальше будем прокачивать? За женщину позволяют... Я думаю, это не нужно. Метки на карте. Два метки на карте. Ага, действительно стали показываться метки на карте. Да, действительно стали показываться. И даже показывать то, что я не забирал. То, что я могу забрать, то, что я не могу забрать. Прикольно. Не зря взял, кстати. А чё, нормально, это удобно даже. Сдохни, сдохни, поганина. Позорная. Беспрерывно, говорите? Почти, у меня получается так-то на самом деле. Ить, ить, и давай. Прыгай, прыгай, какашка. Не, ох, чуть не укалило опять меня. А здесь я также теперь могу. А! И чё, не ударь меня, не ударь меня. А здесь я также могу, наверное, подняться теперь. Круто. Сейчас пойдем. Не, если я просто не тупо не допрыгну, да. Здесь нужно, наверное, двойной прыжок. Он вообще здесь есть в этой игре. Ну, должен быть, наверное, я думаю. Отлично. Мы, наверное, тоже теперь начнем прыгать, наверное, да? Да, отлично. Двигай, 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 шевели поршнями.
Отлично, меня не касается, как ни странно. Ух, ё-ё-ё, давай быстрее, 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 быстрее. Отлично. Ждем. Еле-еле душа в теле. Как я люблю говорить. Отлично. Еще не ключ достали. О, очко, очко, бери очко. Отлично. Ай! Ну как без этого, ребят? Как без как без сажания на жопу укольчиком, да, конечно. Упа. Shift. Открывай. Че я это делал? А-а-а, здесь таки дуной прыжок не нужен. Ну и ладно, ну и хорошо. В моем случае наоборот хорошо. Ох, ё. Вот для этого, видимо, этот рычаг и был сделан, собственно. Для таких нубиков, как я. Отлично. Еее! Найдет фрагмент каменной карты. Принесите его в каменной карте, чтобы открыть карту новой области. Отлично, ребят. Погнали открывать. Ну, ребят, мы с вами реально заживем в этой игре. Наш... Так как мы будем питаться? Странно. Я это не понимаю. Мы должны вообще в этой игре питаться или как? Мы как бы ели, но, видимо, нам, оказывается, не нужно есть. Или после перерождения нам вообще не нужно... Мы нам, оказывается, после того, как мы переродились, нам не нужно теперь есть, как вот дело. Ну, это мое единственное реалогичное предположение, почему я не хочу сейчас есть в этой игре. Ну, сам-то я хочу есть, всегда хочу жрать, но Ори наш не хочет жрать сейчас. Вставляем! Каменный ключ. А вы что подумали? Опа-на. Нижние трясины. Ну, ключ-то расширяется. Знаете, здесь мир довольно, кстати, большой так-то. Если все вот это тоже миры, мир довольно большой так-то. Так, что у нас еще здесь? А что, видимо, под воду буду потом спускаться или что? Не понимаю. Так, что-то еще есть, видите? Видимо, через откуда-то сюда. А, нет, через... Как я это должен делать? Не знаю. Странно. Я мог, кстати, пойти... Получается, я мог пойти в нижние трясины либо этим способом, либо этим. Но я думал, логичнее будет этим, потому что так удобнее, я думаю, будет. Наверное. Ну, я так предполагаю лично. Тем более, у нас два каменных ключа есть. Так что, почему бы и нет, собственно? Давайте это сделаем. На. Ить. 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 На. Опа. Давай, вставляй. Каменные ключи, а вы опять о чем подумали? Конечно, каменные ключи. О чем еще можно подумать? Опа, опа, тина, опа. Ух, цветы пуляющие появились. Не атакуйте меня, эй, слышите? Говнюки. А-а-а, больно! А, нормально, не больно, нормально. Жить можно. Жить здорово, можно все-таки. По крайней мере, в этой игре. Мы зачем собираем еще эти ключи? Это что такое? А! Не атакуйте меня! Это что такое? Ай, блин, прям на эту... А, ладно, похрен. Видимо, я потом не смогу забрать. Но не сейчас. Да что ты там все, блин, ударяешься, да? Ори, ты что? А, что такое за платформа? Секретка, да? Эти врата энергии запечатаны духами прошлого. Они откроют путь, если собрать достаточно ячеек энергии. Ну, видимо, у меня их только три. Недостаточно. Нужно еще два, к минимум. Ладно, в следующий раз зайдем сюда. Запомним это место, ребят. Запомним. Надеюсь, что я запомню и не забуду. О, осторожно. Опа. Отлично. Опа. Бери каменный ключ. Только осторожно! Я же сказал осторожно, дурень. Хотя, ну ладно, хотя так тоже можно, в принципе. А! Ух, фига себе, как я так смог. На! А, блин, я третий ключ не взял. Еще один ключ не взял. А где он? А вот он. Блин, как я так пропустил? А, в принципе, вот так можно взять. Ладно, сейчас пойдем. Отлично! Четвертый ключ поднят. Класс! Давай, 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 залезай. Отлично, теперь вставляем. Давай, открывай. Открывай, я сказал, дверь. Отлично. То есть врата, я хотел сказать. Конечно. А вы что, подумали опять? Такие, они нашли меня мрачным, спящим, неподвижным. А, все-таки это дерево так говорит с нами. Мы рассказали Ори историю его ошибочного стремления.
красиво. Ори, древо духов, должно быть, из последних сил тебя спасло. Подойди и выслушай нашу историю. То была ночь церемонии света, наш свет был ей ненавистен. Ну-ка, давай, посмотрим. Я воззвала к Ори, но мое дитя не явилось. Ну ладно, действительно, у меня было много подобных. Но что-то пошло не так в один момент, по ходу дела, да? И что могло пойти не так в такой ситуации, просто интересно. Сраная ворона! Ах ты ж ворона сраная, а! Кар-кар, блин! Это не ворона! Это сова! Ах ты! У-ху-ху-ху! Слышь ты, сова, я тебе сейчас... Тебе надо поучиться у тетушки совы как-то да, себя вести. Ай-яй-яй, плохо, плохо, плохо. Ай-яй-яй. Ты что делаешь? Ах ты ж. Слышь ты. Ах ты ж говно сраное, а. Блин. Ты что делаешь? Не бросай. Ах ты ж говно, а. Кура похитила Сейн, и нам пришел конец. Ах ты, кура сраная, а! Кура, блин, курочка ты сраная, а? Как так можно было? Как себя плохо можно вести так, а? Свет древа духов коснулась тебя. Он доверил тебе нашу судьбу. Теперь слушай внимательно, ты должен понять. Давай, я надеюсь, я пойму. Ну, правда, с моим-то интеллектом я вряд ли что могу понять, но ладно, давай послушаем. Древо духов питало три элемента света. А они, в свою очередь, поддерживали гармонию и хранили Нибель от бед. Вот так, таким голосом точно. Элемент вод на вершине древа Гинза. Элемент ветров в глубине руин Форлорна. Ну и вулкан, да. Элемент теплоты под магмой горы Хору. И я должен их найти, чтобы спасти наш лес. Понятно! Я что-то в последнее время очень много сталкиваюсь с произведениями, где надо, мне главная цель найти, знаете, три кристалла, три элемента, там что-то пять камней, там что-то еще такое. В последнее время что-то слишком много таких произведений стало довольно. Чтобы вас... от игр до мультфильмов, до фильмов, ну, вы поняли, ребят. Чтобы восстановить Нибель... простите. Чтобы восстановить Нибель в его прежнем величии, нужно вновь разжечь их свет, пока не поздно. А что, у меня отведенное время, что ли, есть? Первый из них мы найдем за пучьей бухтой. На дереве, где раньше текли воды. Понятно. Оки-доки. Пойдем сюда, значит. Я вас понял. Игра сохранена. Оки-доки. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Да, будет такая короткая серия, но потому что обычно видео такие должны быть, на самом деле, так-то. Мы начали игру, с вами прошли до этой точки, и теперь наша главная цель найти три элемента, собственно. Ладно, займемся этим в следующих сериях. Тем более, надо еще Ведьмака играть, сами понимаете. Ладно, ребят. Надеюсь, с этим видео получится, что оно будет в разрешении 1080. Я очень на это надеюсь, а не как было с прошлым. Видео за это, пожалуйста, простите, за то, что прошлое видео с Ведьмаком у меня получилось в плохом разрешении. Простите меня больше, простите, пожалуйста, меня. Так получилось. Ладно, ребят, на этом сегодня реально закончим. Ставьте лайки и дизлайки на видео, подписывайтесь на этот клан, не забудьте прожимать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о стримах и видео в будущем. Пишите комментарии и рекомендуйте своим друзьям и знакомым, если этого вы хотите, если нет, то я вам не оставлю. Также в подсказках есть мое первое видео. Обязательно его посмотрите, если вы не видели, потому что я на него потратил сил, да, это мое первое видео. Посмотрите обязательно, если вам будет интересно. Ну и с вами был Softplay на канале Softplay, да, игравший в Ori and the Blind Forest. Ладно, увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем здоровья и всем пока и удачи.